28 января, воскресенье, погода очень хорошая. И мы решили с мужем съездить на шашлыки и показать, какой вообще отдых в воскресенье, как отдыхают турки, как отдыхаем мы, люди, которые живут в Алании, какое у нас море. Сегодня погода плюс 18. Это место называется Улаш. Оно находится в начале Алании. Борис, передай всем привет. Сейчас 12 часов. Еще, конечно, рановато. В воскресенье все еще спят. Здесь два яруса. Мы на самом верхнем ярусе. Вот нижний ярус. Там тоже уже чай кто-то кипятит. Дети играют. Сейчас приближусь. Море спокойное, в принципе. Катер едет. Вот такая красота. Я здесь очень часто, когда есть время, например, выходные, воскресенье, я люблю здесь ловить рыбу. Ну, рыба, конечно, не по 5 килограмм, но, тем не менее, котам хватает. Народ просыпается. Начался движняк. Вот это турки сидят, завтракают. У них принято вообще, молодцы. Они такие дружные. Все родственники, которые здесь живут, собираются и в воскресенье вот выезжают на пикник, завтракают здесь. Потом после обеда у них начнутся шашлыки, игры разные. И вечером домой. Молодежь собирается, фотографируется. Вообще здесь в воскресенье, если, как говорят, кто рано встает, тому Бог дает. Если поздно приехать, места вообще может не быть. Тоже здесь, как видите, места заняты. Вот как раз здесь видна дорога. Это начало Алании. Рыбак ловит рыбу. Молодежь пытается зайти в воду. Как видите, я уже переоделась, потому что на солнце нереально жарко, но где-то 25 градусов точно будет. К нам присоединились наши друзья. Сейчас я вас с ними познакомлю. Это Джунейд. Джунейд, помахай рукой. У него жена тоже с Украины. Сейчас она поехала на родину. А это его наследник Мустафа. Сейчас в турецких школах каникулы. И Мустафа по своему курсу, по классам, там я не знаю, сколько они в школе классов, занял первое место по успеваемости. Наши шашлыки уже готовы. Приятного аппетита!
Вот такое красивое место у нас Улаж. Машин очень много. Парковочных мест не осталось. Здесь вот в беседках вечером влюбленные пары, туристы приходят смотреть на закат солнца. Место уникальное. Очень красиво. Ну и погода нам сопутствовала. Сейчас мы едем домой, а завтра с новыми силами на работу. Всем пока! С вами была Юля Дурмаз. Ankara'da.